Я с 82 года работаю в Нелидово, там проходила интернатуру. Вот. А общий стаж у меня 46 лет. Что самое главное в вашей профессии? Мне кажется, сочувствовать людям и нормально относиться ко всем. Спустя годы получили бесценный опыт. Что пожелаете молодым врачам, что скажете? Молодым врачам, хочу, чтобы они медицину воспринимали не как цель зарабатывания денег, а как возможность помочь пациентам. Накануне профессионального праздника получаете награду. Насколько важно, что ваш труд так высоко оценивают? Насколько это для вас важно? Я даже не считаю, что я достойна очень этой награды, но большая благодарность всем, кто доверил, кто выдвинул меня на эту награду. Конечно, для меня это очень ценно. Бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области, Нелидовская центральная районная больница.